как маленькая. Давай, вставай. Я есть маленькая. Маленькая? Да удаленькая. Ты же у меня умненькая. Мало кто, мне полная 16. В такой институт, да еще без всякого блата поступить можешь. Давай. А ну-ка вставай, говорю. Оля, я тебя последний раз предупреждаю. Ты будешь вставать, а? А не будешь, да? Ну ладно. 5 минут на сбор и завтракать, а то опоздаем. Все, приехали. Давай, просыпайся. Значит так. В столовую не ходить, там дрянь. Потом, значит, после лекции скинь смс-ку или позвони. Приди домой, разогрей. Мам, я и так все это знаю без тебя. И, по-моему, не ты меня, а я тебя опекаю. Значит, давай, как договорились, мы с тобой не родственники, понятно? Стыдишься меня, да? Нет, просто не хочу, чтобы на работе знали, какая у меня дочка вредная. Все, давай. Ой, иди. Слушай, мама, давай кофе. Не могу. Ну, твой любимый, капучино с корицей. Оль, ну говорю же, не могу. У меня аспирант новый. Будет нехорошо, если опоздаю. А я выпью. Смотри, только крепкий не пей. Ты же знаешь, кофеин в таких количествах. Вреден. Да. Ну, иди уже. Я сейчас спущу. Девушка, вы что? Куда вы идете? Вы что, не видите, что ли? Да все, я вижу. Как горячо. Подождите, тут надо... Даже не знаю, тут может быть соль или какой-то... Да ничего не надо, я домой приду и постираю. Надо же еще и корицы здесь. Если б знала, я бы вообще купила зеленый чай или... Или воду. Что? Да я просто раньше кофе терпеть не мог. А сейчас? А теперь я думаю... Ты как-то не умеешь формулировать. А, да, точно, надо учиться. Угу, надо учиться. А может быть кофе? Еще? Да, в принципе, я не против, у меня много сухого места еще. Нет, я не то имела в виду, я просто думала, что... Да нет, я подумал, может быть, тогда после занятий? Я как раз к этому времени подсохну, и можем продолжить с кофе. Ну, ты сам предложил. А когда ты заканчиваешь? Не знаю, я думаю, что не поздно. У меня встреча, Черт, у меня же встреча, я опаздываю. Я уже очень сильно опоздал. Лучше поздно, чем никогда. Нет, вы просто моего препода... Извините, девушка, дайте мокрое. Давайте в 3 часа в холле. Простите, я не хотел. Простите, мне эспрессо можно? Двойной. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я ваш новый аспирант. Вы опоздали почти на полчаса. Можете быть свободны. Извините, я бы себе этого никогда не позволил, но... Что с вами? С вами все в порядке? Точнее, конечно, все в порядке. Вы извините за внешний вид и за опоздание. Просто сегодня день такой особенный. И что же в нем особенного? Да все особенное. Замечательное утро. Солнце, снег, небо. Мир во всем мире. Что, простите? Извините, это было грубо. Но вы меня действительно очень разозлили. Не повезло вам с руководительницей, да? Злая, циничная. Да нет, ну что вы? Вы не такая, вы тоже особенная. Просто не замечайте этого. Знаете, многие люди вообще часто не понимают, как здорово, что вообще живут. Насколько цена человеческая жизнь. Какие там обиды, опоздания. Это все ерунда. Главное чувствовать, что живешь. И жить. Да, молодой человек, вам надо было не на экономический поступать, а на философский. Я смотрю, тема для диссертации у вас уже есть. Кстати, вам надо чаще улыбаться. У вас очень красивая улыбка. Вы так совсем на девчонку похожи. Перестаньте. Простите, я не хотел. Ну ладно, садитесь уже.
Мам, привет. Привет. А ты чего сзади-то уселась? Слушай, хотела сказать, у нас там ребята сегодня из группы собираются. Можно я с ними пойду? Это ненадолго. Оль, ну а как же обед, а? Ну, а как же еще уроки, скажи? Ну ладно, иди. Смотри, только к ужину не опаздывай. Спасибо. Олька, подожди. Да? Вот скажи мне, как подружка, а? Вот если бы ты не была моей дочкой, что бы ты обо мне сказала? Чего? Ну какая я? Мам, ты самая красивая и вообще очень молодо выглядишь. Ух ты, иди отсюда, врушка. Алло, Светочка, слушай, а ты сегодня работаешь? Ну да, хотела приехать. Срочно, очень срочно. Могу прямо сейчас? Хорошо. Все, тогда выезжаю. Жди. Привет еще раз. Привет. Я думал, ты не придешь уже. Немного задержалась. Угу. Куда пойдем? Ну, не знаю, я думал в кино сходить, но потом подумал, что в кино в таком виде немного стыдно идти и... Может быть... А может быть, пойдем гулять, пугать прохожих? Да, это было бы здорово. А, Павел, Паша. Да, Паша. Оля. Очень приятно, Оля. Ну, пойдем? Прости, пожалуйста, я на минутку. Алло. Чего ты звонишь? Почему именно сейчас это надо делать? Это не может подождать до вечера. Ладно, приеду сейчас. Слушай, я сегодня не смогу. Девушка твоя против, да? Что, девушка? Ну да, девушка. Ты думаешь, я совсем глупая, ничего не понимаю? Да нет, это была не девушка, это был мой брат. Просит, чтобы я приехал. Ну так пусть он приедет сюда. Вместе погуляем. Боюсь, это невозможно. Ну ладно, пока. Оля, подожди. Ну, пожалуйста, не обижайся. Я просто не хочу, чтобы наше первое свидание было таким... Таким? Каким? Таким? Ну, нет, ты неправильно подумала. Ты мне очень нравишься и... Ладно, пойдем познакомлю тебя с братом. Спасибо тебе, Светуль, что нашла для меня время. Привет. Привет. Ну чего? Чего ты так сплошилась-то? Седины нет. Нет? Корни не отросли. Ну, 2 недели бы спокойно бы проходило. Ну, как-то захотелось чего-нибудь особенного. Слушай, может, длину уберем, а? Ну, конечно, столько отращивали. Ну, вообще-то, тогда, может, челку пострижем, как-то помоложе буду. Или, может, цвет поменяем, оттеним как-то. Так. Кто он? Ради кого мы так стараемся? Да никто. Просто захотелось чего-нибудь особенного. А, если захотелось, значит, себе не надо ни в чем отказывать. Пойдем. Ну чего, с чего начнем? А с чего можно? Туда, туда. Вперед, вперед, крестик. Блин, проиграл. Придется заново проходить. Смею. Ты чего звал? Я сюда не звал. Прежде разговаривать не буду. А ну извинись. Это что за дела? Да ладно, все нормально. Вам лучше, наверное, вдвоем, да? Я на улице подожду. Оль, прости. Ладно, все нормально. Некрасиво. Зачем? Анализы пришли. Семенович мрачно ходит. Велел тебя позвать. Разговор у него к тебе. А о чем не сказал? Ясно, о чем Семенович разговор может быть. Лечил меня, лечил. Все равно, видать, помираю. Так, ну-ка прекращай. Ну, во-первых, не Семенович, а Виталий Семенович. Это лучший хирург, он известный тебе, понятно? Да. А во-вторых, никто тебе помирать не даст. Пойду поговоришь с ним.
Оля! Оля, я думал, ты уже давно ушла. Извини меня, ради бога. Я у Семеновича задержался. Это хирург, который Славкой занимается. Он сказал, что ему будут делать операцию. Это хорошо или плохо? Плохо? Это здорово. Понимаешь, у него опухоль. И раньше врачи говорили, что не могут ее вырезать, потому что она неоперабельна. А нашелся хирург, который посмотрел снимки, анализы и сказал, что он этим займется. Но это же здорово! Здорово! Да это просто волшебно! Я знаю, это все из-за тебя. Да, после нашей с тобой встречи моя жизнь изменилась за какие-то несколько часов. Это просто волшебство. Что, не веришь? Нет, я не верю в чудеса. Нет, это чудо. Это чудо, что мы с тобой встретились. Ты чудо! Ты это понимаешь? Ты чудо! Олечка! Оль! Оля, у тебя ничего не случилось? Все нормально. Ты уверена? Может, тебя кто обидел, а? Ты какая-то не такая. Может, однокурсники? У тебя хорошая прическа. Наконец-то ты заметила. У меня еще новое платье есть показать. Давай. Ну, вот. Как тебе? Вау, мам. Ничего? Да, только так никак нельзя на работу. Почему? Не модная? Ты просто всех сведешь с ума. Валентин Владимирович, вот хорошо, что я вас застал. У меня к вам просьба. Да, Михаил Иванович, какая просьба? Что с вами, Михаил Иванович? Я... Ваша прическа, а платье и фигура просто восхитительны. Здрасте. Успел? Угу. Если позволите, у меня консультация. Да, конечно, я пойду. Я зайду попозже. Попозже. Еще раз здрасте. Ну что, начнем? А, да-да, конечно. Ну что, если... К концу этого месяца закончите первую главу. Есть шанс показать ее профессору. Думаю, для вас это будет не лишним. Если он заинтересуется и станет вашим рецензентом. Да, я понял. Это будет здорово. Я вот тут испекла. Угощайтесь. Не могу в нашей столовке есть. Вы знаете, спасибо большое. Вы сами ешьте, не стесняйтесь. Я просто не хочу. Просто не хочу. Ну да. Вы знаете, в наше время в институте песенка ходила. Бывали дни веселые, по 10 дней не ел. Не то, чтобы кушать нечего, а просто не хотел. Павел, ну что, вы на диете? Да нет, я просто... Опять просто. Давайте, взял и жуешь. Не знаю, как вам, а всем мои пироги нравятся. Вот, получается, я уже своему руководителю нашлюсь. Правда, очень вкусно. Ну вот, видите. Спасибо. Расскажите что-нибудь о себе. Вы же москвич? Пару лет назад пришлось продать большую квартиру в Твери и купить здесь, в Москве, маленькую комнату. Ну, что значит пришлось? Ну, у меня брат болеет. Нужно было просто ехать его сюда лечить. А как же ваши родители? Папа нет, а мама у тетки в деревне живет. Ну, у них там хозяйство свое, большой огород.
Просто в Москве здесь дорого жить, и поэтому она там. И что же, она вот так вот взяла и оставила с одного, со всем этим? Нет, нет, нет. А, ну, не оставила. А, просто, понимаете, она всегда думала, что дотянет нас со Славкой и наконец-то отдохнет, а тут такое, и, в общем, она сломалась. Да. А что значит сломалась? Ну, вы знаете, мне пора идти, я это по пути доем. Мне просто правда. А ну-ка, нет, нет, ну-ка сядьте, я вас никуда не пущу. Вот пока не доедите, никуда не отпущу. Давайте и чай пейте. Это вам не одноразовые пакетики. Это шиповниковый. Сдачи. Сама собирала. Спасибо. Ешьте, ешьте. Привет. О, привет. Пойдем скорее, я ушла с последней пары. Слушай, Оль. Что, Оль? Опять в больницу тебе надо? Нет. Мне надо на работу. А какая работа? Пицца. Пицца? Да. Ты извини, мне правда очень стыдно. Я хочу, чтобы у нас с тобой было настоящее свидание. Да? Да все хорошо, я правда, я очень люблю пиццу. Пойдем, только мне нужно написать маме. Правда? Да. Паш! Ну, Паш! Паш! Паш, я хочу с тобой. Так, ну-ка сядь, Паш. Ах ты... Так, ну-ка быстро сядь в машину. Бегом. И не мерзни. Ну что ты как ребенок, а? Ну... Я же еще этот... Еще не проживал. Руки помыла? Да. Ну, садись. Тогда... Та-да-да-дам! Сюрприз! Необычайно вредная, калорийная, но очень вкусная пицца. Давай-давай, я знаю, что любишь. Я уже 3 куска съела, завтра на пробежку придется скакалку брать. Давай. Мам, ты же никогда не ела пиццу. Ты что, влюбилась, что ли? Да с чего ты взяла? Ну, просто люди себя так странно ведут, когда они влюбляются. Ну, ты тоже странно себя ведешь, я же не говорю, что ты... Подожди, подожди. А ты что ли тоже, а? Мама, что значит тоже? Ну, тут я хотела сказать... Да ну тебя! Полюбилась, что ли? Правда? И что же, и кто он? Он что, пышненьких любит, да? Ты поэтому на пиццу перешла? Оль, перестань, а! Мам. Вообще, я тебе ничего не скажу. Мама, сколько ему лет? Где работает? Сколько надо, столько и лет. И вообще он... Оль, ну куда мне уже влюбляться, а? У меня такая взрослая дочка. Мам, ну что ты мной все время прикрываешься? Ты такая красивая, молодая, ты такая умная. Продолжай. Мам, я очень хочу, чтобы ты была счастлива, правда. Поняла? А ну-ка отдай. Да я сказала. Дайте, я попью. Алло, здравствуйте. Михаил Иванович? Алло, здравствуйте, Михаил Иванович. Добрый вечер, Валентина Владимировна. Тут такое дело. Я вот совершенно случайно возле вашего дома оказался. Вспомнил, что вы бегать любите, но подумал, может быть, вместе побежим? Ну, куда? Светлое будущее. Ну, вообще-то поздно уже. Понимаю. А я вот и кроссовки случайно захватил. Ну, что ж, в таком случае, спокойной ночи. Завтра в институте увидимся. Всего доброго. Куда столько? Гемоглобин повышать. Виталий Семенович сказал, нужно.
Как только показатели будут более-менее, можно будет и операцию делать. Славка, может мне тебе фильм принести какой-нибудь, а? Или книжку? Не хочу, Оль свою приведи. Не понял. Ты же ее в прошлый раз выгнал. Ну я же знал, что у вас все серьезно. А сейчас откуда узнал? Ты в зеркало себя посмотри. Тут узнавать нечего, влюбился ты. Слушай, очень ты у меня умный. Прям не по годам. Ладно, Олю я приведу. Я ее в кино обещал сводить. Вот совместим. Ну, не до кино еще, как до луны пешком. Это тебе так кажется. Вот операцию сделаешь и в кино сходим. Еще ты мне будешь футболом заниматься. Понял? Да. Ладно. Ешь. Не хочу. Ольцу шоколадом кормит. Ты же ее любишь. Славка, ты у меня дождешься. Больных не бьют. Да ты что? Да. Серьезно, что ли? А ну-ка. Бьют. Ага, больной. Ты уже, считай, здоровый. Да. У меня. Привет, братья по разуму. Здравствуйте. Чем занимаемся? А вот гемоглобин стараемся повышать. Больной сопротивляется. Есть силы сопротивляться, значит, гемоглобин в норме. Значит так, анализы получили, все очень даже прилично. Значит, операция? Операция. Когда? Ну, думаю, вопрос пары-тройки дней. Понял? Да. Так что ешь. Поешь. Запихну в тебя сейчас. Есть шоколад этот. Паш, ну как так можно, а? Ну в одном абзаце 4 ошибки. Неправильный расчет. Дайте-ка я посмотрю. Можешь хотя бы списать, а? Просто списать. Валентина Владимировна, давайте я вам помогу. Валентина Владимировна, а что это у вас тут происходит, а? Да. Мелок. Мелок. Михаил Иванович. В порядке? Стул, наверное, сломался. За мелком потянулась и вот если бы не Паша, убилась бы, наверное. Ну, вы сами-то в порядке, да? Да, спасибо. Стул мы сейчас починим. Это ерунда, стул зачиним. Вроде не сломан, вроде хороший стул, нет? Две минуты, все в порядке. Да не надо, Михаил Иванович, не надо, спасибо. Не, как не надо? Надо. Успел сломать. Совсем не сломан. А, вот теперь сломан. Михаил Иванович, извините, пожалуйста, нам заниматься надо. Ну что? Начало поправил. Исправил? Так. Ну вот, молодец. Я пришлю сейчас рабочего, починит. Если, вот видите, здесь сходится, тогда и дальше тоже все это сойдется. Я это все потом перепечатаю. Вы в порядке? Хорошо, извините. Ладно, Кать, давай в столовую, да? Оля! Привет. Здрасте, а вы... Михаил Иванович, главный тут по безопасности. Я хочу поговорить с тобой о твоей маме. В том смысле, что, понимаешь, мы с ней, с Валентиной Владимировной, давно вместе работаем, а я о ней совсем ничего не знаю. А откуда вы знаете, что я... Вот знаю только то, что она скрывает, что ее дочь учится в нашем институте. А, ну, да, мы решили, что так будет лучше. А вы тот самый Михаил Иванович? Как тот самый? Она говорила про меня, да? Ну, только хорошее. Уверена? Ну, зачем мне врать? Ух, Оленька, мне важно, мне нужно, в общем, чем больше информации, тем меньше вероятность ошибки, понимаешь? Вы хотите знать что-то про мою маму? Ну, конечно. А, ну, она еще та штучка, конечно, немного неуверенная в себе, застенчивая и... Вам нужно быть очень осторожным. Она зациклена на мне. Простите, мне надо идти. Ты мне только скажи, у меня хотя бы есть шансы? Еще какие. Она в вас влюблена. Да ладно. Я просто знаю свою маму, и я никогда не видела ее такой счастливой. Спасибо большое за помощь. Я пойду. Подожди.
Вот поедешь по этому адресу, спросишь Женю. Нет, он теперь Евгений Эдуардович. Евгений Эдуардович. Ну, короче, скажешь от меня. Держи. Хорошо, спасибо. А дальше что? Ну, а дальше он даст тебе работу. Надо только подумать, какую. Да я любую могу. Могу курьером, могу письма разносить, могу. Ну уж нет. Никаких курьеров. Твоя работа должна быть связана с темой твоей диссертации. Ну, так что под одним ударом двух зайцев. Кстати, и про зарплату не мелочись. У Женьки сотрудники знаешь, сколько получают? Ну все, иди. Все понял? Да, да. Угу. Ну, я чувствую, надо с тобой ехать. Со мной? Ну да. А то ты все дело завалишь. Вы что думаете, что я такой не самостоятельный? Да вы перестаньте, ты я сам справлюсь. Ты самостоятельный, но очень скромный. Давай. Поехали, а то у меня как раз перерыв между парами. Как раз успеем. Мне как-то неудобно, Валентина Владимировна, что вы со мной поедете. Алло, Паш, привет. Я сейчас не могу говорить, давай я перезвоню. Ну, если сейчас совсем неудобно, мы можем перенести. Нет, нет, ну что, ничего страшного. Скажите, а, наверное, трудно так жить, да? Как? Работа, учеба, больница. Никакой личной жизни. Ну, сейчас не время, понимаете? Для меня сейчас самое главное, брат. Понятно. Вообще, вы знаете, это так странно. Вот у тебя еще пару дней назад никого нет. У тебя нет в планах даже влюбляться, и вдруг появляется человек, и все, с которым ты видишься каждый день в институте, и каждый день понимаешь, что да, это именно она. Понимаешь это, и даже не веришь. Ну, право. Я не знаю, разве может быть все так просто? Я тоже думала, что не бывает. Раз и влюбился. Не знаю, с первого взгляда, с первого вздоха. Правда, что ли, влюбился? Ну, конечно. Я вам правду говорю, сразу, как только увидел. И она, не знаю, она становится сразу для тебя каким-то таким самым главным человеком в твоей жизни, самым добрым, самым-самым, для которого ты хочешь перевернуть весь мир. Вы понимаете? А, зеленый. Ну все, Женька, ну перестань, а? Позоришь меня перед собственным аспирантом. Так когда же это было-то? Страшно вспомнить. А, ну да, давай, намекай на мой возраст, давай. Какой возраст? Вы одинакового возраста выглядите, да, Паша? Точно, я даже старше. Ты давай-ка, Женька, мне зубы не заговаривай, а лучше скажи, ты моего парня возьмешь к себе на хорошо оплачиваемую работу или нет? У меня есть выбор. А вот тут ты прав. Выбора у тебя нет. Так, ладно, Паш, значит, жду тебя завтра. Угу. Распоряжусь, чтобы помощница подготовила все необходимые документы. Но только учти, Валь, паренька своего будешь видеть не целый день. До обеда я его ангажирую. Угу. Ну, ничего, значит, мы будем видеться в нерабочее время. Да, я готов в любое время, в любом месте. Не аспирант, а золото. Так, ладно, ребят, меня ждут, опаздываю на 40 минут уже. Вот, давайте, все. Да, спасибо. Спасибо тебе, Женечка. Все, пока, спасибо. Пока. Угу. Спасибо. Вот это да, здорово. Спасибо вам большое, Валентина Владимировна. Да не за что. Главное теперь, чтобы ты из-за этой работы про диссертацию свою не забыл. Да, ни в коем случае. Надо бы нам с тобой еще вот разок по второй главе пройтись. Как у тебя завтра? Да, давайте. Ой, я же завтра на дачу собиралась. Туда, наверное, неудобно, да? Да нет, никаких проблем. Я подъеду туда, куда скажете. Кстати, можете меня использовать в качестве грубой мужской силы? Но только в мирных целях. Угу. Ну, тогда договорились. Угу. Мам, на дачу? Вот сейчас ты собралась ехать на дачу? Ну, да. А что? Нет, просто мы не были на даче уже 2 года. И ты вообще хотела ее продать, ну правда, мам. Ну,
Так, чтобы ее продать, нужно же сначала привести ее в порядок. Ну что, вот прямо вот сейчас, вот вдруг, да? Почему вдруг? Ты чего ко мне пристала, а? Да нет, просто я не хочу опять твой этот чердак разбирать. Не хочешь и не надо. Не надо? Ну, в смысле, если у тебя есть какие-то дела в городе, то ты бы могла остаться и... А, ясно все, мам. Ну, так бы сразу и сказала, что у тебя там намечается пикник с моим будущим отчим. Ну, мам. Да ну тебя. Никакой не пикник, просто... Мам, надо уже научиться брать нормально, правда. Давай я вообще никуда не поеду, а? Ну, правда, езжай до послезавтра и не возвращайся. До сюда иди. Мам, ты подушки-то возьми, пригодятся. Подушки-то зачем? Там же есть. Улька, я тебя сейчас как побью, а? Без меня справишься? Как-нибудь справлюсь. Мам, ну ты такая у меня красивая. Ай, удачи тебе, у тебя все будет прекрасно, на тебя без ума. А ты откуда знаешь? Интуиция. Ладно, мне пора. Интуиция у меня. Главное, не учи никого жить. А я никого и не учу. Вот и не учи, тебе-то очень к лицу. А ты умная очень, да? Ну да, но ты сама говоришь, что я вундеркинд. Экстерном школу закончила, в 15 лет в супервуз поступила. Давай помогу. Как-нибудь без тебя справлюсь, денек. Иди уже. Спасибо. Давай, пока. Алло, Павел? Да, Валентина Владимировна. Просто хотела напомнить, что мы сегодня с вами встречаемся. Вы не забыли? Едем ко мне на дачу. Да-да, я все помню, все в силе. А вы не могли бы подъехать на Ленинградку к речному вокзалу? Это было бы здорово, спасибо. Тогда до встречи. Ровно в 5. Оль, ну не обижайся, но я правда не могу. Ты серьезно весь день будешь сидеть дома и писать свою диссертацию? Да. Ну почему? Я бы могла посидеть с тобой. Ну, у меня тоже, может, полно дел, но просто читал бы книжку. Нет, 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 так не получится. Почему? Потому что ты мне будешь мешать, прости. Не буду. Будешь. Когда ты рядом со мной, я вообще ни о чем другом думать не могу. А тут еще и диссертацию писать. О, поняла? Ну, не обижайся. О, училка твоя звонит. Ну, с чего ты взяла? Ну, посмотри. Я откуда могу знать? Семёныч, может, операцию на сегодня перенесли? Да нет. Алло. Алло, алло. Не успел. Да нет, на сегодня. Я ведь только утром с ним разговаривал, он сказал, что... Алло, да, Виталий Семёныч, извините, я просто не успел трубку взять. Что, я не понял. Что такое? Да, могу приехать, а что случилось? Паш. Паш. Да-да-да, я сейчас приеду, а... Славка там, а... Паш. Простите, рассчитайте нас, пожалуйста. Да, такие дела. Сердце не выдержало. Никаких признаков не было. Кардиограмма вроде нормальная, все показатели. А вот гляди-то, а? Хорошо, я понял. Я сейчас пойду ему скажу. Все будет в порядке, и гемоглобин поднимем, все будет хорошо. Может, воды? Нет-нет, спасибо. Паша, Пашенька, он умер. Его больше нет. Так бывает. С кем? Со мной вот не бывает, с вами тоже не бывает, а? Почему Славка? Ну почему Славка? Почему именно он? Ведь он такой живой был! Почему вы ответьте мне? Пашенька, мне очень-очень жаль. Если бы мы могли хоть что-то сделать. Но... Такая жизнь. Ну как, Славик, это все серьезно? Серьезно.
Ну, его спасут же, да? Все хорошо будет. Некого спасать, нет больше слухи. Подожди, подожди, как это нет? Вот так сам не понимаю. Головы нет. Вот он. Только это осталось. Паш, держись. Мне идти надо. Куда? Куда? Ну куда тебе идти? Не знаю, куда-то надо было, я не знаю, куда дальше. Паш, я знаю, куда идти. Пойдем. Пойдем со мной. Давай. Олег. Пойдем. Этого часа я продолжаю читать ваши смс-сообщения. Так, поздравляю всех влюбленных, особенно своего любимого Сашечку. Сильно-сильно тебя люблю и спасибо радиостанции за хорошую музыку. Ребят, всегда пожалуйста, в подтверждении ваших слов, это замечательная песня специально для всех влюбленных. Поехали! Вот мой дом, давай. Садись. Снимай вот это вот, снимай. Все, давай. Давай, раздевайся, раздевайся, снимай. Давай, давай, давай. Что, может быть, водички? Или что? Нет, не водичку, что-то покрепче сейчас принесу. Давай, снимай, снимай это. Снимай рубашку. Держи, возьми, возьми. Давай, 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 давай. Вот, молодец. Тебе нужен горячий душ, да? Паш, смотри на меня. Вставай, все хорошо. Давай, снимай это. Вот, иди, иди вперед. Вон, видишь, да, дверь? Давай, снимай, снимай. Вот, возьми синее полотенце мое, хорошо? Паш, все хорошо? Да, все в порядке. Паш, держи, чай горячий. Тебе сейчас хорошо будет. Спасибо. Мне мама такое давала перед Олимпиадой или когда я волновалась. Красивая чашка. Солнышко. Радостное. Славка всегда сладкий любил. Да, просил всегда класть ему 4 ложки. Знаешь, для меня без разницы, что 2, что 4 одинаково сладко. А он чутко различал. Я столько и положила. Твоя комната? Отдельная? Здорово. А мы со Славкой вдвоем в одной жили. Ну, когда еще в Твери были. Ты не представляешь, как мне это раздражало. Прям бесило даже. Мне бы с пацанами погулять. В компе позависать, а тут всегда этот вреден маленький. Как что, так сразу маме ябеничать. Я его расшагнул по одному месту, чтоб неповадно было. А он как заревет. Смотрит на меня такими глазищами и ревет. Не знаю, я себя никогда еще хуже не чувствовал. Если только сейчас. Сейчас еще хуже. Паш. Ты не должен себя винить.
Я должен был подумать. Ты же не мог предугадать. А должен был. Ты понимаешь, я должен был. Это мой единственный брат. Единственный человечек, родной на земле. У меня осталось только мама и он, и все. Я ведь даже с ним не попрощался. Паш, ложись, тебе нужно поспать. Давай, давай, давай. Ложись, ложись. Вот. Подожди. Побудь со мной. Не уходи. Я никуда не уйду. Хорошо. Московское время 18 часов. В эфире новости часа. Памятник Шарикову, герою романа Михаила Булгакова «Собачье сердце», появится на севере столицы. Соответствующая инициатива была поддержана на заседании комиссии по моему предполагается, что культурная технология появится на территории. Я сейчас все объясню, правда, это не то, что ты подумала. Так, Паша, пожалуйста, оденься. Валентина Владимировна. Да как ты посмел? Мам, слушай, это мой друг Паша. Я вижу, какой он друг. Мам, правда, это ошибка. Ничего не было, мы просто уснули. Паш, познакомься, это моя мама, Валентина. Моя знакомая. Это мой аспирант, теперь, надеюсь, бывший. Ну-ка, пошел вон из моей. Пошел вон! Вон отсюда! Паш! Паш, подожди, пожалуйста, Паш! Я не знаю, что с ней случилось. Я тебя не пущу. Оль, пожалуйста, не надо. Слушай, я никогда не видел ее в такой ярости, правда. Я с ним поговорю. Ну, прости, Паш. Оль, пожалуйста, мне просто надо побыть одному. Ты меня слышишь? Я тебя не пущу. Оля, пожалуйста. Я позвоню тебе. Ушел? Вот зачем ты вот так вот сейчас поступил? У Паши несчастье, а ты просто вот... Ну, да мне плевать на твоего Пашу, ясно? Мам, ты должна перед ним извиниться. Что? Я? Я буду перед ним извиняться? Да я к нему больше на километр не подойду, ясно? И ты не подойдешь! Привет, мам. Доброе утро. А ты куда так рано? Я на метро поеду. Это лишнее, я тебя отвезу. Мам, спасибо, я сама. Я тебя отвезу. Может быть, ты меня еще наручниками прикуешь или свяжешь? К нему я тебя не пущу, понятно? В таком случае я буду сидеть дома. Тогда я тоже останусь дома. И что, тебе на работу не надо? Лекции у меня сегодня нет. От аспиранта я отказалась. Ешь давай. То есть, как это отказываться? Как же моя работа? Ну, я тоже, знаете, не одобряю, когда в середине процесса научный руководитель меняется. Это ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Но в данный момент я ничего поделать не могу. Ну, значит, у меня будет другой руководитель. Вы хотите
защитить диссертацию? Ну, конечно, хочу. Тогда чисто по-человечески я вам советую, найдите другой институт. Что, простите? Я не знаю, что там у вас с Валентиной Владимировной произошло, но она категорически отказывается работать с вами. Другие преподаватели тоже. Ну, солидарность. Это что, получается, она меня хочет выдавить отсюда? Я бы не стал бросаться такими обвинениями. Но это не обвинения, это факты. Ну, жаль, молодой человек. Извините. Да. Вера, ну сколько можно говорить? Научный совет 12.0, ну запишите себе там, что ли. Ну, какие у нас на сегодня планы? У нас планы? Можем в гости сходить, а можем в кино. Ты хочешь в кино? В кино про любовь, да? Может, мы хотя бы постараемся уважать друг друга? Уважать тебя? Мам, за что? Ты нас даже не выслушала! Нас? Да нет никаких вас, Оль. Он использовал тебя, маленькую дурочку, чтобы подобраться ко мне поближе, а ты ему поверила. Но у него ничего не выйдет. Я поговорила с ректором, его вышвырнут из института. А у нас с тобой все будет по-прежнему. Мы как раньше будем лучшими подружками. Ну, прости меня, пожалуйста, я не хотела делать тебе больно. Мам, ты знаешь, кто ты после этого? Оля, ну куда ты? Вернись! Зачем ты пришла? Я тебя не оставлю. А как же твоя мама? Она ведь против меня и не позволит нам быть вместе. Паш. При чем тут мама? Я не думаю, что это надо. Оля. Паш, не надо ни о чем думать. В котором часу сегодня домой вернешься? Оль, ты слышишь меня? С тобой мать разговаривает, а ты музыку слушаешь. Я не могу так больше. Прости, пожалуйста. Я не могу так больше. Ты со мной не разговариваешь с тех пор, как вы с этим. У меня в голове не укладывается. Моя доченька и этот. Да я сама во всем виновата. Не надо было мне тогда на эту чертову дачу ехать. Мам, у нас ничего не было. Когда ты нас застала, у нас ничего не было. Господи, доченька. Ой, миленькая моя. Ой, как отлично, как хорошо. Плюнуть, растереть, забыть, как страшный сон. Мамуля, у нас все было позже. Я сама к нему пришла. И у нас все было. Если тебя, конечно, только это интересует. Здравствуйте, Валентина Владимировна. Здравствуйте, Денис. Скажите, а Оля Гордеева, она еще не выходила? А Гордеева сегодня не было. Как не было? Ну, вот так, я ее вообще сегодня не видел.
А где же она? Валентина Владимировна. Что такое? Что случилось? Да, Оля, моя дочка. Так, а давайте-ка мы пойдем к вам. Сядем, поговорим. Вы мне расскажете, что случилось. Михаил Иванович, ничего не случилось. Пойдемте, пойдемте. Посидим, чайку попьем. Пойдемте. Да правда, нечего рассказывать. Пойдемте, пойдемте. Паш, ну это ничего, все пройдет. Все будет хорошо. Не переживай, ладно? Я люблю тебя. И я. Думаю, что мама будет против, если я… Да мне вообще все равно на то, что она думает. Нет, если я попрошу тебя выйти. Сейчас серьезно? Ну да, что в этом такого? Ну просто я не знаю, сейчас как-то не принято институт брака и все такое. Послушай, мне все равно, что принято, а что нет. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Ты согласна? Девочки, пожалуйста, на 5 минут освобождаем помещение. Нам нужно поговорить с Валентиной Владимировной. Успеете сдать свои конспекты. На 5 минут. Ну да, конечно. Оля считает себя в состоянии принимать решения самой. Она всегда такой была, с детства. Но юридически-то она еще несовершеннолетняя. И он вообще не имел права. Ничего. Мы разберемся, разберемся. Да где уж тут разберешься? Я так ей запрещала с ним видеться. Ну разве она послушает? И он из института его выдавил. А вот это правильно, потому что таким извращенцам у нас не место. Но я же не могу ее посадить на цепь. Правда? Я же не могу следить за ней и днем, и ночью. А вот для этого есть специально обученные люди. А вдруг это любовь, а? Валентина Владимировна, вы меня поражаете просто. Какая любовь, а? Пацанчик просто решил воспользоваться вашей дочерью, чтобы попрочнее обосноваться. Элементарно. Да нет. Он не знал. Это он вам сказал? А если она ему проболталась, а он себе на ус намотал? А зачем ему это? А какие у него были шансы после аспирантуры занять теплое местечко? Никаких. А так, пожалуйста, 2 зайцев одним ударом. Либо мама, либо дочка с кем-нибудь. Да получится. И ведь получилось. Нет, подождите. Если вы имеете в виду меня, то… Я не вас. Конечно, не вас, Валентина Владимировна. Я надеюсь, вы мудрая женщина. И не поддадитесь на подобные дешевые трюки. Вы, Валентина Владимировна, потрясающая женщина. Павел. Он еще смеет звонить? Да. Валентина Владимировна, здравствуйте. Извините, что беспокою. Я хотел бы с вами поговорить. Мы хотели бы с Олей кое-что обсудить с вами. Это очень важно для нас. Для нас? Да, для нас. Валентина Владимировна! Валентина Владимировна! Да вы понимаете, что это ошибка. Это большая ошибка. Михаил Иванович, ну вы-то откуда знаете? А что тут знать? Ну что тут знать, когда вы настолько добры, что из вас веревки ведь можно? Вот спасибо. Пожалуйста, позвольте мне хотя бы поехать с вами. Я, по крайней мере, смогу защитить ваши интересы и вообще разобраться с этим. Спасибо вам большое за вашу заботу. Но я уже взрослая девочка. И могу за сама за себя постоять. Мое дело предложить. Как все пройдет, я позвоню. Обещаю. Я буду ждать. Паш, а давай этот шкаф сюда переставим. Ты обалдела? Зачем? Ну ты не видишь, тут дырка. Нет обоев. Мама подумает, мы даже ремонт не можем нормально сделать. Оль, твоя мама прекрасно знает, что мне было некогда. Вот поженимся и все сделаем. Что?
Мне просто не верится, что мы с тобой поженимся. Это мама. Так. Стой. Спокойнее. Все будет хорошо. Слышишь меня? Да. Все будет хорошо. Поняла? Иди открывай. Здрасте. Здрасте, деточка. А ты кто? Я Оля, а вы кому? К сыночку. Паш, тут какая-то женщина. Сейчас. Мама? Мам, ты что здесь делаешь? Ты ведь должна быть у тёти Шуры. Так я сыночка приехала повидать-то. Мам. Сыночек, 40 дней ведь сегодня. Перестань. 40 дней ведь сегодня, сыночек. Твоя мама? За счастье наших деток, все, детки пожалуйста. Мои. Ну-ка, налей-ка, матерь, давай. Мам, не надо, слышишь? Так как не надо-то? Ну, повод-то какой? С утра по одному сыну плакала от горя, а с вечера вот от радости по-другому. Мама. Сыночка мой, это ж радость-то какая. Ну, согласись. Когда дети-то женятся, это ж хорошо, внуки будут, вот какая. Ну, по поводу женитьбы вопрос еще не решен. Да ладно. А к внукам я точно пока не готова. Ладно, не готова, давай. На. Я за рулем, не пью. Ай, да ладно, ну не пьет, а я выпью, а я выпью. Мам, перестань. Да я выпью, это ж повод-то какой. Я вижу, вам и повод-то не нужен. Мам. Что, мам, ты на нее посмотри. Смотри, я 40 дней как сыночка схоронила. Мам, давай не сейчас. Помянем. Ну все, сейчас. Извините, но я, пожалуй, пойду. Помянем сейчас. Вы что тут? Издевайтесь? Да? Мам, я сейчас все застираю, все будет хорошо. Никогда, слышишь? Этого не будет никогда. Мам! Я не хотела. Я сейчас... Мам! Подождите. Я сам, посиди с мамой, пожалуйста. Олечка, красавица. Ой. Валентина Владимировна. Валентина. Ты еще маму меня назови. У нас с Олей правда все серьезно. Мы хотим пожениться. Пожениться? А ты вообще знаешь, сколько ей лет, а? Да ей же 15. Я не знал, и... Но это, правда, ничего не меняет. Как не меняет? Ты вообще ничего про нее не знаешь. Главное, что люблю ее. Что? Бред. Да почему же бред? Потому что ты любишь меня. Вас? Ну, конечно. Ты же смотрел на меня. Говорил, что я особенная. Ты улыбался мне. И ты заставил меня поверить в то, что я... Это я говорил про Олю. Нет, это я говорил про Олю. Валентин Владимирович, если я вас чем-то обидел, вы извините. Мам! Ну что? Что, видишь? Видишь, он тебя не любит. Он просто использует тебя, глупую дурочку. А ты ему веришь. Ненавижу вас всех. Ненавижу. Оля! Ты, моя мама. Нет,
Нет, между нами никогда ничего не было, я тебе клянусь, да, никогда. Да, значит, тот человек, про которого она мне говорила, я думала, это был Рябин, который нет. у нас отвечает за нет. безопасность, это был ты. Нет, 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 послушай, нет. Да, да, и тебя она позвала на дачу, тебя. Да, меня, но работает на диссертации. Оля, между нами никогда ничего не было. Да даже и быть не могло. Это вообще бред какой-то. Послушай, я даже не знал, что она думает. Ты меня слышишь? Я сама, не знал. Я сама видела, как вы целовались. И она что? Была права, да? Я? Оля, она сама. Ты только у нас один белый, пушистый. А она вот такая молодые. Вот, а я... Молодые! Мама, парашютеры! Оля, подожди. Давай поговорим. Мне нужно подумать до завтра. Я не могу до завтра. Ты же видишь, какая ситуация. Мне нужно маму отвезти домой. Это минимум, как на 2 недели. Я прошу тебя. Давай поговорим. Что ты меня вот сейчас вот бросаешь на 2 недели? Сейчас, я тебя не бросаю. Просто видишь, какая ситуация. Оля, я прошу тебя. Оля! Прости меня, замочник. Прости меня. Ты за меня. Мама. Я просто Славушку вспомнила. Прости меня, замочник. Оленька, доченька моя, как ты? Ничего, ничего, все наладится, вот увидишь, все будет хорошо. Мам, ничего не наладится, никогда! Нет, не говори так, прошу тебя. Все будет хорошо, все наладится, вот увидишь. Мы сейчас отпразднуем твой день рождения и уедем с тобой куда-нибудь. Хочешь в Италию или в Испанию? Давай. Мам, какая Италия? Ты вообще о чем говоришь? Я люблю только Пашу, мам! Ну ты же видела, доченька, какая у него семья. Да мы с тобой забудем этого Пашу, как страшный сон. Да мы с тобой еще смеяться над всем этим будем. Оль, у тебя вся жизнь впереди. У тебя вообще все впереди, ты понимаешь? Олечка, ну не плачь, прошу тебя, Оль. У тебя вся жизнь впереди, Олечка. У тебя все будет хорошо. Да подожди ты. Все, спасибо большое, все свободны. До свидания. Ау. Все, все, можете быть свободны. Готовьтесь хорошенько. До свидания. До свидания. До свидания. Так. Валентина Владимировна, ау. Есть минуточка? Ой, если честно, то нет. Опаздываю. И все-таки. А что это у вас? Это что, мне? Поздравляю с днем рождения дочери. Такие красивые. А как вы узнали? Валентина Владимировна, я все знаю. Работа такая. Но если честно, вот если бы своими глазами в документы не смотрел, ни за что бы не поверил, что вы с Олей мать и дочь. Честно. Ну да, Олечка, больше на отца похожа. Да не в этом же дело. Вы просто так молоды, что вам рано быть матерью взрослой дочери. Надо что-то с этим делать. Нет, нет, не надо, Валентина Владимировна. Оставайтесь всегда такой же прекрасной и юной. Обещайте. Обещаю. Если вы пообещаете мне, что не будете больше обращаться ко мне по имени и отчеству. И перейдем на «ты». Да я только с удовольствием. Валечка. Олю видел 2 часа назад. Только не понял, как она вообще? Ой, Олечке все замечательно. Представляете, ни одной лекции не пропустила. И дома все время занимается. Ну, я говорил? А этот звонит? Ой, да звонит. Иногда по нескольку раз в день. Но Олечка трубку не берет, отказывается с ним говорить. Он куда-то сейчас уехал вместе с матерью. Надеюсь, там и задержится. А потом мы с ней куда-нибудь уедем, а потом она и вообще про него думать забудет. Да, мам. Хорошо, я поняла. Все, жду тебя здесь, у института. Угу. Целую. Привет. Что тебе здесь нужно? Нам надо поговорить. Нам не о чем разговаривать. Неправда. Я люблю тебя, и ты это знаешь. Ты же меня бросил. Я звонил. Я должна тебя забыть. Не получится. Мы любим друг друга. Я думаю о тебе каждую минуту. И я. Только потом я вспоминаю, как ты целовался с моей мамой. Да послушай, ну ничего не было. Не было и быть не может. Я тебя люблю. Есть только ты и я. Послушай, пожалуйста, выходи за меня, Оля. Ты согласна? Согласна? А? Ты не смей приближаться к моей дочери. Подождите. А ну отошел от нее. Прошу вас, выслушайте меня. Я сказала. Пожалуйста, вышел отсюда! Да не трогайте вы меня! И чтобы я больше тебя возле нее не видел, понял?
Ну что, третий тост за родителей ничего не хочет сказать. Ну ладно, не надо, тогда я сама скажу. Олечка, может, твоя мама не всегда бывает права, но она желает тебе только счастья. За тебя. Давай, я... Сиди, я сама открою. Мам, кто там? Ой, ой, Михаил Иванович, проходи. Вообще-то, помнится, мы договаривались по имени и на «ты», правильно? Так что Миша, просто Миша. Или Иваныч, меня же все так зовут. Да вы, ты проходи. А я подумала, этот пришел. Этот? Не, он сюда больше не явится. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Это тебе. Ну, Михаил Иванович, вы же мне уже дарили сегодня. И Оля тоже подарочки купила, она дома? Конечно. Ну, сами передадите. Хотел сразу предупредить. Парнишка этот, похоже, решил бучу устроить в институте. Ну, якобы его из аспирантуры поперли за то, что он не ответил взаимностью на приставание научного руководителя. Что же мне теперь делать, а? Тебе? А тебе не надо ничего бояться. Я с тобой. Михаил Иванович. Мам, кто там? Олечка, это Михаил Иванович. Давай, встречай. И не будь на свете этой замечательной, красивой девушки. Мы бы сейчас не праздновали день рождения другой милой девушки. Да, Оля? Олечка, к тебе обращаются. Мам, можно я к себе пойду? Ну, а как же тортик, Оль? Ну, давай. Ой, ой, мам, извини. Валя, не обращай внимания. Это она специально. А вдруг ей правда плохо? Валя, Валь, оставь. Оставь. Все наладится. Михаил Иванович, что мы с этим-то делать будем? С чем? Да ни с чем, а с кем. С Павлом. Валюша, ну я ведь тебе сказал уже, не надо беспокоиться, не надо ничего делать, я с тобой. Ну что, тортик? Давайте тарелочки. Да что с тобой сегодня, а? Ну-ка. Господи, да ты ж горячая совсем. Мамочка, что же вы нам ничего не сказали? Девчонка беременная, а мы ей чуть рентген не сделали. Простите, какая девчонка? Какая девчонка? Дочь ваша. Хорошо, что гинеколог первая посмотрела. Что, простите? Ладно, не беспокойтесь. Острый цистит у нее. Положим в урологию. Все у нее в порядке будет. Мам... У меня там ребенок. Этого не должно было случиться. Она же ей всего 16. Валюш, уже случилось. Не надо себя изводить. Все проблемы решаемые. Мы справимся. Давай, поехали. Ну, она же у меня такая умненькая девочка. Умненькая, умненькая. Валюш, садись, не мерзни. Школу экстренным закончила. В институт сама поступила. Я всегда знала, что ее ждет блестящее будущее. А что теперь, а? Что теперь? Моя королева уже проснулась. Кофе? Спасибо, пока не хочу. Ну, тогда я тоже не хочу. Я вообще, как только вижу тебя, ничего не хочу, кроме одного. Миш, давай сейчас. Не сейчас, а? Миш, я хочу Коле съездить. Съездим, Коля.
отпусти. Валя, Валя. Ну, ты же слышишь, звонят. Ну, Валя, ну бог с ними, ну позвонят и уйдут. Валя! Кто? Я хочу поговорить с Олей. Ты как посмел прийти сюда, а? Пожалуйста, не вмешивайтесь, дайте нам самим все решить. Валя, что? Миш. Вы? Ах ты, сосунок. Ну, Валюш, подожди, подожди. Я тебя предупреждал? Да подождите, я хочу поговорить с Олей. Я тебе что сказал? Я хочу поговорить с ней. Вы меня слышите? Подождите. Я тебя предупреждал? Да уйдите вы! Ты щенок, а? Я пришла, уйдите отсюда, сейчас милицию вызову. Я не шучу, уходи отсюда, я сказал. Мы все равно будем вместе, ясно? Я тебе шею сверну, понял? Но он очень хотел детей. Троих хотел детей. Вот и... Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Привет, мам. В общем, что не делается, то к лучшему. Ну, как ты? Мам, дай телефон. Оль, зачем тебе телефон? Мам, дай телефон. Ну, чтоб наша, Валентина Владимировна. Извините. Молодой человек, ну, я не понимаю. Что, не отвечает? А он и не ответит. Он не ответит, девочка моя. Он теперь вообще сбежит. Не нужен ему твой ребенок. Мама, он ответит. Мне не нужны ни репрессии, ни извинения. Я хочу закончить свое образование. Я имею на это понимаете? Право. Понимаете? Просто ситуация идиотская. Я согласен. Господи, да извините. Я вам обещаю, что я поговорю с Валентиной Владимировной. И с вами тоже. Мы все... Извините, мне нужно... С вами все в порядке? Луговской! Да, Сергей Анатольевич. Если честно, сейчас не очень удобно говорить. Что? Мам, что-то случилось? Что? Из института звонили. Ты был прав. Представляешь, этот подонок устроил разборку. Пришел к ректору, ну и рассказал ему все. Разумеется, со своей колокольни. Черт. Это не есть хорошо. Да ладно, кому не поверят, ему или мне? Скандал-то никому не нужен, и в первую очередь тебе. Скандал? И что же теперь делать? Есть один вариант. Какой? Совращение малолетней. От тебя потребуется заявление. Да нет, ей уже 16. Это сейчас 16, а тогда было меньше. Ну и в чем она не признается? Ничего мы не докажем. Валя, а что тут доказывать? Беременность сама по себе доказательство. Миш, ну это как нехорошо. Нехорошо так нехорошо. Мое дело предложить, твое отказаться. Только ты учти, что скандал в институте – это только начало. Он же не остановится, пока не выкачает из вас все. Из тебя и из Оли. Все. Делай выводы. Будет мальчик, назовем Славик. Хорошо. А если девочка? Олей. Зачем Оля? Две Оли, мы запутаемся. Нет. Паш, давай ты уже иди, потому что тебя увидят врач и точно не пустят больше. Еще как пустят. Жена, имею право. Да ладно, невеста еще. Это ненадолго. Как только выйдешь отсюда, сразу пойдем заявление подавать. Ну, Паш, ну тебе правда пора. Ну, идти. Уйду, когда поцелуешь. Эй, молодежь, вы что творите-то? Сейчас ночи уже. Все, я понял, ухожу. Давай в палату. Пусть
построили дом свидания. Давай, давай, давай. Я люблю тебя. Соскучилась. Ну так давай я вернусь. Ну почему не надо? Так я постучусь им. Лейтенант Данилов, документы, пожалуйста. Сейчас. Нет, ничего страшного. Подожди секунду. Сейчас. Вот, возьмите. А в чем дело? Просто проверка документов. А, ну правильно, правильно. Да ничего. Просто проверка документов. Вон. Что происходит? Вы арестованы по подозрению растления малолетнего. Это какая-то ошибка, слышите? Ребят! Валя, отомри, пожалуйста. Хватит уже. Вижу, может, зря мы так. Опять 25. Что зря? Эти его могут посадить. Да нет, не могут. А посадят. Обязательно посадят. И правильно сделают. А что с ним делать? Он переспал с несовершеннолетней. Он девочку обесчестил, Валя. Твою жизнь испортил. Что, пожалеть его? Чтобы его оправдали, он вышел и начал мстить? Мстить? А как ты хотел? Конечно. Теперь только так. Либо мы его, либо он нас. Вас. Вас, Соли. И давай больше не будем об этом. Курицу возьми. Что? Валя, курицу с сиденья возьми. Сердобольный ты. Я даже не знал, что ей нет 16. Она учится в институте на первом курсе. Сказала, поступила сразу после школы. Да откуда мне знать? Да и вообще, какое это имеет значение, если мы любим друг друга? Вот скажи мне, сколько раз ты ее заставлял любить себя? Я не заставлял. Мы оба этого хотели. Вот все насильники так говорят. Ты мне еще скажи, что это она виновата, что это она сама тебя спровоцировала. Да что вы такое говорите? Мы пожениться хотим. Слушай, хорош заливать, а? Но это правда. Мы хотим пожениться. Оля беременна. Мы хотим узаконить наши отношения. Мы даже имя ребенку придумали. Мы просто хотим быть вместе. Вы меня понимаете или нет? Во-первых, сядь. И во-вторых, зубы мне не заговаривай. Ты признание подписывать будешь или нет? Не буду. Я ничего плохого не делал. Вы меня слышите? Я ничего плохого не делал. Вы меня слышите? Я ничего такого не делал! Не ори мне здесь! О, привет, красавица. А где жених? Ой, здрасте. Вы знаете, он обещал прийти, а сам даже не звонит. Ну ничего, объявится, никуда не денется. Олег Константинович, да. Простите, пожалуйста, мне очень надо уйти. Куда? Домой. У меня хорошие анализы, и с ребенком все в порядке. Сегодня выписки нет, завтра утром пойдешь. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу, я чувствую, что что-то не так. Ты что, меня не слышишь, что ли? Сегодня нет выписки, а завтра кровь сдашь и пойдешь. Валентина Владимировна, вы написали это все правильно, но ведь это все... Оля! А ты куда собралась? Ты же должна в палате быть. А я тут гуляю. Тут вот товарищ хочет поговорить с тобой. Хорошо? Добрый день. Здрасте. Это следователь. Он... Подождите, что-то с Пашей? Я просто никак не могу до него дозвониться. Да нет, все хорошо, ты не волнуйся. Просто ответь на пару вопросов, пожалуйста. Давайте я сам. Оль, меня зовут Роман Григорьевич. Я веду твое дело. Какое дело? Ну, мама написала заявление о раскрытии несовершеннолетней. И... то есть тебя. И я хотел бы задать тебе пару вопросов. Подождите, нет, тут какая-то ошибка. Паша ни в чем не виноват. Мам, скажи. Он пожалуйста. Не виноват. Паша не виноват. Оль, пожалуйста. Оль. Да нет, я не понимаю. Отпустите его. Он правда ни в чем не виноват. Я предупреждал, он ее запугал. Нет, он меня не запугивал. Он не виновен, мам. Прошу тебя, пожалуйста, не волнуйся так. Да нет, ну вы что, вы все тут обалдели. Ну правда, он не виноват. Я не буду на него наговаривать. Он... Оль. Мам, скажи. Оль, доченька. Никто не виноват. А она цветов дух понесла. Стойте, стойте! Да что вы за нервы такие, а? Да! Говорят, ты девчонку молоденькую
Снасиловал. Это неправда. Это какое-то недоразумение. Мы любим друг друга и хотим пожениться. И... А все отстать от меня, это тошно! Ты че такой борзый, Зая? Вы че начинаете? Че хамишь-то? Можно? Олечка, давай лучше поговорим об этом ребенке. Мне кажется, тебе еще очень рано становиться матерью. Мама, мне плевать то, что ты думаешь. Мне вообще на тебя плевать! Оля! Что, Оля? Ты знаешь, что я по-настоящему хочу? Ты просто думай, что хочешь. Нет, мам, я хочу быть с Пашей! И ты мне в этом не помешаешь, ты поняла? Я стараюсь для твоего же блага, Оля! Я тебя ненавижу! Олечка! Оль, ну вернись! Что ж такое? Оля! Оля, подожди! Оставьте меня! Значит так, сейчас пойдешь? Извинишься перед матерью, поняла? Я не подумаю. Ты еще как подумаешь. Ты что думаешь, я с тобой в бирюльки играю? Пустите, мне больно. А я думал, ты своего Пашу любишь. А вам-то что? А мне ничего. Мне даже плевать. А вот тебе, я думаю, будет очень неприятно, если с ним там что-нибудь случится. А ты знаешь, постоянно случается. Там с сокамерниками поссорился бывает или еще что-нибудь. Подождите, вы не можете. Я все могу. Ты даже не представляешь, какие у меня связи. Это специально. А ты попробуй. Проверь. Ну, иди. Вот видишь, какая молодец. Все поняла. А будешь себя правильно вести, останется твой Паша живым и, может быть, даже здоровым. Оля, Миша. Ладюша, все в порядке. Мы тут немного поболтали. Оля тебе хочет кое-что сказать. Извини, мам. Ну. Так, вот ты. Хорошо. Вот здесь, пожалуйста, поставьте число и подпись, и расшифровку подписи. Вот и все. Вот и отлично. Все, мы можем идти? Конечно. Спасибо, до свидания. Встретимся в суде. В суде? Мама, вот этого недостаточно? А нельзя как-то обойтись без нас? Да вы не волнуйтесь так, все пройдет очень быстро, я вам обещаю. Так, девочки, все, говорим до свидания, уходим. Пойдем, Оль. Не волнуйтесь. До свидания. До свидания, всего хорошего. Три путевки купил, считай по цене двух, а? Сказочно повезло. Эх, девчонки, отдохнем на славу. Только надо с абортом не затягивать. Суд и сразу, да? Море, солнце и вода наши лучшие. Та-да-да. Оля. Сиди. Миш, ну зачем ты с ней так грубо, а? Она же все-таки девочка. Сиди, я сказал. Оленька, Оленька, доченька, открой дверь, пожалуйста. Олечка, что ты там делаешь? А что ты задумала, Оль? Ты там уже 30 минут сидишь. Олечка, открой дверь. Миш, давай дверь сломаем, а? Валюш. Вдруг она что-то спустила. Валя, Миша. Валя, Валя, иди, 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 иди. Иди, я сам поговорю. Олечка. Валя. Открой дверь, Оль. Иди, ты же знаешь, меня она послушает. Иди, 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 иди. Все, иди. Давай, открывай. Надо про Пашу поговорить. Оля, ты меня знаешь. Считаю до трех. Раз. Два. Смотри на меня. Смотри на меня, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы с ним ничего не случилось? Ты помнишь, о чем мы говорили, ну? Ты о чем? Валь, все в порядке, она знает. Ты знаешь? Знаю.
Вот умница. Давай, иди умывайся и поехали. Дверь не закрывай. Все, давай. Еще не хватало опоздать в суд. Миша, может, мы поедем? Поедем. У меня только один вопрос. В момент связи с обвиняемым вам уже исполнилось 16? Вы не бойтесь. Просто скажите, да или нет. Просто скажите, да или нет. Я не могу. Ваша честь, потерпевшая не ответила ни на один вопрос. Ваша честь, девочка молодая совсем. Есть свидетельство, подтверждающее, что обвиняемый запугивал ее. Ваша честь, это ложь. Осторожней со словами. Приглашайте следующего свидетеля. Прошу. Гордеева Валентина Владимировна. Стоять. Ты пару слов не могла сказать, а? Тяжело? Не переломилась бы, я думаю. Что, противен? Ничего, перетерпишь. Я, между прочим, без пяти минут твой отец. С таким отцом никаких врагов не надо. Давай, давай, побухти мне, побухти. Ничего, я из тебя в раз человека сделаю. Ты у меня будешь по струночке ходить и по расписанию жить. Ясно? А то устроила здесь бардак. Ну зачем вам? Зачем вам нужно было вот это вот все делать? При чем тут вообще Паша? Зло должно быть наказано, ясно? Вот мама наша идет. Видишь? Ну что, все хорошо? Все сделала, как я сказал? Все. Вот мама у нас молодец. Все? Дело сделано. Все на выход. Что опять? Ну, плохо. Что с ней? Да откуда я знаю? Оля! Нашу Оленьку. Подождите. Как виновен? Как виновен? Мой мальчик никого не совращал. Пашенька, сыночек, Пашенька. Екатерина Васильевна, Пашенька, Васильевна, пожалуйста, Пашенька, успокойтесь. Пашенька. Это еще не конец. Мы будем подавать апелляцию. Извините. Ну, все не так плохо. Главное, срок небольшой. И нам удалось убедить их, что ты не знала возраста Оли в момент совершения преступления. Что? Преступление это... Да вы что здесь, все с ума посходили, что ли? Какое преступление? Да тише, тише. У тебя еще будет время покачать права. Я передаю это дело своей коллеге. Она очень опытная и очень дотошная. Теперь она будет его вести. Ты меня слышишь? Да, да. Мы да, будем слышу. Бороться. Да, бороться, да. Бороться с кем? Бороться, бороться. Слушай, сейчас самое главное, как можно дольше оттягивать отправку на зону. На зону? Это просто бред. Я не верю в это. Пашенька, как ты так? Екатерина Васильевна, пожалуйста, вот, вода, успокойтесь. Я передам это дело своей коллеге, она очень опытная. Успокойтесь, пожалуйста, выпейте воды.